Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин. Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы. Книгу Откровения понимать буквально не стоит. Очень сложная книга, очень сложная образность, прежде всего. В этой программе жанр апокалипсиса, символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения. В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом. Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы. И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа». Апокалипсис. Греческое слово, которое означает откровение. Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр. Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света. Описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила Откровения представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе, как пазл. И прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека. Книга Откровения – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа и об Иисусе Христе. Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель. Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит. Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому. Они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. Пророк говорит: «Если ты будешь делать так-то и так-то,
то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение, как и вся Библия, это книга насущная, для всякого времени подходящая, для всякого времени актуальная. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь – это то, что вместе. То же самое с Евангелиями. Смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти четыре иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 – это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так 4 Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 – это больше, чем просто 4. И 7 – это не 7, а 7 – это все. Книга Откровения поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это, во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги – это зло. Земная власть действует как инструмент. Дьявол. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да? Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия. Но Бог ее замыслил
и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий. Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты. Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения – это, по сути, отсылки к Ветхому Завету. Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля, если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать. 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии. Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову. Или собрать несколько голов воедино и присовокупить какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения – это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы, как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии. Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима по человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы
описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо. Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17.3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюрос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление. Есть нить образов, представленных белым цветом. И мы можем визуализировать их как белое и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы. В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга крайне неверна? Или мы опять не так поняли? Ну, я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню именно точно, кто это был, он говорил, всего будет 10 искушений, 9 уже пройдено. 10-е это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на
христианский мир. Христиане не понимают, что с этим делать. Они приняли ислам за антихрист. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой. Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком мифопоэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не было и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке, описанное вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафору мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть вот соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысяч лет, как один день, да, и это некоторые, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги,
традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое. Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем, и несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровения», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие, книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик. В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.